30-сантиметровый глюкофон с такой вот гравировкой нот в руническом стиле. Инструмент покрыт лаком с блестками золотистого цвета. Они вот так вот переливаются под разным углом. Узор инструмента закручен в галактику. Тут цвета рыжие, бордовые, фиолетовые. С обратной стороны имеются ножки из натуральной кожи. Ножки сделаны очень надежно, они никуда не съезжают, в отличие от приклеенных. Хорошо зафиксированы. Можно смело ставить на твердое, ничего с ним не случится. Лак не повредится, к тому же мягкая кожа, она позволяет звучать инструменту, в отличие от инструментов без ножек, они не работают на твердом. Нужно подставлять какие-нибудь подушечки, здесь этого не нужно. Настроен глюкофон в тональность пентатоника ля минор. Давайте послушаем звук сначала руками. Звучание чистое, каждая нота звучит. Давайте послушаем теперь инструмент палочками. Глюкофон позволяет импровизировать любому человеку без какого-либо образования, потому что здесь уже заложена гармония в нем, и у вас не получится сфальшивить, куда бы вы, какие бы лепесточки и последовательность не применяли, у вас всегда получится красивая мелодия.